Ты магму ему слот не оставляешь? Не, Кадыр, не тебе. Ну, вот, Саб-Зеро. Боже, а чё ты Брисперк не берешь? Да не знаю, первый раз его вижу 190. Ну, это мой рога, с моего статика. Так какого тогда? О котором я тебе говорил. Вместо роги тогда запихнуть его. Ну да, да. Запарит, как бы, смотрите сами. Пан пришел, сынок. Нет еще. Ну, чё, кстати, Рейзон с гильдии линул? Ушел в ПВП он. Нет, я его видел в ПВЕ гильдии. Никак не в ПВП. Не знаю, он написал, что в ПВП пошел играть, что ему ПВП не интересно. ПВЕ не интересно. Ну, гильдия Fury of the Horde не является ПВПшной, как бы она, в принципе, такая же ПВПшная, как и наш. По сути. Не, я это ПВЕ гильдия. В какую он ушел? Я знаю, что он сказал. Почему? Ну, короче, понятно. Пиздабл. Все понятно. Ну, он сказал мне и Протеусу, Тагариусу еще. То же самое. Ну, я, насколько видел в чате, его просто тупо бомбануло. Три танка у вас? Ну, пусть ДК с Палом пока потанчит, я пока отойду на минутки 3 чай сделаю. Ну, у нас 3 паладина, все просто, я думаю, по бафам, вы сами знаете. Каски, кулаки, кресты. Рога, я кулаки бафаю. Это самая бомжовская кильдия, там одни идиоты собрали. Я ренегатом вырезал их, пока до всю... Лакримыч, кстати, Дим. Кутуз там сидит. Где? В Вейкапе? Fury of the Horde. А, ну пускай сидит. Причем он импалом и шаманом там. Ну, если ему там интереснее, что ж поделаешь-то. Заставлять его? Ладно. Пошел я человек. Кстати, сделаю. Видел, к нам здесь да, вступил этот пиф-паф. Да, да, я ж его принимал. То я ему пишу, он только он что-то на РТ не пришел. Игнорит меня. Все, вот я отошел. Рога, ну может быть ты его там и одел. Но я вот сколько не попадался с ними. Там адекватных, наверное, по пальцам посчитать можно. Какие-то все кончены.
плюс раз. 2-2. Сам такой. Сам такой. Что, плюс 3 делаем? Отведи немножечко, мобы забагались, отведи. Ну, спасибо большое. Слава, плюс 3, плюс 2. Это я не знаю, я что-то сомневаюсь насчет плюс 3. Плюс 3 это просто маунт и ачивка, все. Маунты дороже денег. А, ну да, доп ЕП. Мы по гиру не заслуживаем. У нас не все хорошо. Ой, да хватит, что плюс 3 там. Все 200 плюс. Ну чё, шадрона убиваем или чё? Чё внизу все стоят? Да, шадрона пошли. Все 200. Да чё ты очкуешь плюс 3 пойти сделать? Ну, это самое. Ну, хотите, попробуйте. Попробуйте. Да давай попробуем, ёпт. Ну попробуйте, попробуйте. Зачем время тратить? Чё, блядь, стесняться? Давай попробуем. Не получится, да, убьём одного дракона, да закроем. А ну, на боссе... На боссе будешь стоять ДК на старте. Мы с Тагариусом повоем. Саш, поставь руку, пожалуйста. Аут. Духи на СПД есть? Да. Дайте кто-то совет, пожалуйста. Саш, тебе что, в панну поставить? Спасибо. На, поставили. Вот, поставил тебе крест. ДК, там поддержишь. Тагариус со мной в квадрате стоишь. Это ты мне типа слава начислил за этот? Да, да, за 10%. Кому сейчас отдавать Влад? Пара-па-па-пам. Давай носовой на Эрдру. Да, давай на... На...
ты отдаешь Black Dark на... Давай на Годлер. Так, я на Слободу, да? Нет, ты на Аус. Аус, Аус, Аус. Аус, выйди из рейда, пожалуйста. Благодарю. Все, я уверен. Ты Дарил, смотри, я ловлю первого дракона сейчас, и чуть-чуть отложу его назад. И... Пропал. Слышно? Зависит. Знаю, что слышно. Короче, смотри. Да, я первого босса словлю сейчас. Поставлю его ближе вот сюда. К этой стороне, где я сейчас. Второй, когда прилетает, ты его сразу таунтишь на себя. И становишься, получается, поворачиваешь его мордой на Сартариона. Чуть в ту сторону. Чтобы мы дыханиями не соприкасались. Отлично, отлично. Хорош, запулил. А чё бы заказать? Я не знаю, я вообще рыбу ловил, никого не трогал. Диджи, убеди босса в крест красный. Отдал ВР. Благодар, зачем ты спулил? А чё, вы не бьете что ли? Тени брона играем. Но можно на мне его напулить хотя бы там, дать время поставить его. Бля, вот то, что Сарта ты сюда перевел, это херово. Звук какая-то. Это уже не плюс 3. Давай я его переведу сюда. А ты прибежишь. Да, все, я перевожу. Блять, будет. Не наводи панику раньше. Ну так как делать? Вот 4 ДД лежат, 5. Вот, я его словил, смотри, все, сюда отвел. Иди сюда, перетаунти. Народ, поврейди, лежи, что делать, поверьте. Ложись. Забирай, вот. Благодар. Объясни мне, нахуя ты использовал? Я думал, вы начали пить. Потом как ДК грунь добирал или что? Ну там дело. Ну как босс да. На ДК сначала, потом он пошел. Типа, там, потому что Black Dark был в лаве, и его выкинуло аж под босса. И босс на него запулился.
таким образом. И все. Вот этот, кстати, баг, что драконы сейчас здесь. Десятки тоже будут. Ну, они улетают назад или они сразу будут? Нет, они вообще не надо упасть. Кто-то, видимо, не умер. Они... Через время улетают. А все умирали? Или кто-то живой остался? Если кто-то живой остался, то они забагались. И типа надо умереть просто всем опять. А если просто выйти? Не поможет. Кто-то живой просто остался, и все, у нас точно такая же ситуация была в десятке. Можем оставить кого-то одного живого, все остальные выйдут, один умрет, и один должен тот же принцип. Ну выходите тогда. Да, выходите, я сдохну. Выходите. Все из инста. Аус Битман. Повторяю еще раз. Выйдите из инста. Кто не вышел, а тот хочет умереть. За пуль, да и все, пускай умрут. Ой, умереть он хочет, как гордый сов. Ну, давай умирать, как гордый сов. Кстати, эти 4 хила нормально будут, или может спекаться в хила надо? Да не, нормально, они вытянут. Че, улетели драконы? Улетели, но я зашел в инс, плюс бой, минус бой, все нормально. Заходите. Не пуляйте раньше времени, не становитесь в лаву. Стойте вот, блядь, здесь место куча, как бы. В чем ваша проблема, зачем идти на лаву? Сань, организуй, пожалуйста. Ну там вон, по-моему, Тенеброн летает рядом. Он же не там должен быть. Главное, что он не здесь. Это у вас забагалось. У меня они все на месте. Тенеброн на своем месте, Эсперон. Слева Тенеброн, по центру и справа Шадрон. Битман, ты встанешь, зайдешь в инст или нет? Битман вообще в ГИСе, плюс они в чат. На русском. Я иврит не разбираю. Я разбираю, могу перевести. Не переводи. Рыба стоит хавать. Хорошо. Паладины опять начинаются с бафами проблемы. Дайте инту на рейд. Спасибо. Каски под рулям. По магам. По окам. Какое безумие, что тебе хотелось услышать. По локам каску. По локам каску. Паладины, блять. Поставил вам крестик на лок, чтобы вы видели, кого бафнуть надо.
Крестик. Касочкой. Спасибо. Идеально просто. Арчена готовность. Зулдан. Слышал, Влад? Все готовы. Влад, скажи еще раз диджею, где ему держать Сартариона. Диджей, ты в кресте. Все, поехали. Все, даю таймер. Да, где мой аддон? Это диджей уже, он почти под крестом. А вот здесь у меня аддон, заебись. Ребята, зачем вы играете по боссу сейчас? Вот объясните мне вашу логику. Тринки слить надо им. Ну да, вам же ж нихуя ДПС не нужен на драконах, да? Дайте трэш в рейзе. Лава идет. Смотрим внимательно. Капуста, может, ты начнешь дамажишь или на маунте кататься? Заебись. Тенеброн опустился, но он в эвейде. На кого переагрелась? На кого переагрелась? Судя по ДПС, на базуку, что ли? Чё, базука? Точно не на базуку. ДПС я вообще больше. ДПС. Ребят, еще... Стоп, блядь. Еще раз я увижу, что, блядь, с пула вы хуярите по Сартариону, въебу КП всем, кто нанесет урон. Зачем вы урон ебошите по Сарту? Ну, зачем? Просто вот ради чего вы это делаете? Объясните мне свою логику. Зачем вы дамажите по боссу? Ну вам по приколу вайпаться, блять, в ОС-ке? Я не могу понять. Сейчас я рыбу доем и ромомнусь. Я сейчас включу ей по ГП. Буду просто молча вам хуярить ГП, значит, если вы по-хорошему не понимаете. Ну, всем тем, кто будет не соблюдать тактику, да. Буду начислять. Я просто понять не могу, вам... Нечем заняться вечером, вам скучно или что? Зачем тянуть время всех мне? ДК, вопрос на засыпку. А где ледяное прикосновение? Ставь Тагариуса, да и все. Ну это к кому вопрос? Ко мне, к танку? Да. Так оно вешается, что посмотри. Где удары панические? Короче, автоатака одна. Единого прикосновения вообще нет. Ты
Ты озноб? Озноб ты вешаешь ледяными оковами. Зачем? Секси диджей, ты, ну, играл за ДК танка или что ты делаешь? Ну да, он у меня десятку танчит. Ну а Еля, сейчас что он делает? В автоатаке босса водит или что? Учитывая, что его хуярит пол рейда, ты не можешь ЛП понажимать? Скажи мне, пожалуйста. Ладно, потом разбор полетов будем делать. Не-не-не, сейчас кто будет босса держать? Или в 24 будем, и я спекну с Мишку тогда? Нет, Агариус, ты со мной стой. Секси диджей, иди на босса еще раз. Вот тебе стартовую ротацию с пула босса, тебе Юи написал. И вот тогда с тебя уже никто не сорвет. И помимо, у тебя по-любому прокает уклон. На уклон прок, ты должен отдавать рунический удар. Забей его себе на кнопку. Агро срывается не из-за того, что я плохо держу, а из-за того, что когда падает серф, когда меняешь спеки, оно багается. На этом уже говорят на форуме об этом. Так ЛПшка не получается? ЛПшка отключилась или что? Подожди, я не понимаю, что за хуйня-то? Мы все тупые тут, 24 человека или что? ЛПшка не работает у тебя? Ну, у него, скорее всего, макрос забагался. Бывает такое, что... макросы, да, багаются, ЛП руник. Ну просто вынеси себе ЛПшки и вынеси отдельно руник. Пиздец. Ну, ДК это не такой сложный класс, на котором надо бинтить еще и руник. Тем более это не очень полезно пока. Вот вообще не очень полезно. В том плане, что ты можешь просрать силу рун, которая тебе пригодится на другой спел. Еще раз торчим готовность. Так, все, все готовы? Даю таймер. Еще раз вижу урон сейчас по боссу от кого-либо. Ебошу ГП. Вау, смотрим внимательно. Да, Тенеброн у нас стоит, и он опять... Да, он забаганный. Поворачивай босса на нас, ложимся, и тем убиваем Тенеброна. Это плюс 2. Вот, вот теперь я вижу у тебя нормальную ротацию, нормальный урон. Теперь заебись. Должек тоже тут. Гагарин, ну умри ты уже. Спасибо. Да я, блядь... Я уже даже в лужу встал, я хуй, что они меня, блядь, не убивают. Так, Тенеброн, это у нас дальний и средний. Сели на коней, побежали. Он, то есть, когда оттуда слетал, он так забагался, да? Угу. Угу. Что-то, блядь, дичь какая-то. После первого пула он забагался. Скорее всего, просто всем умереть надо было, да. Тыкните, тыкните, там Зулдан Сумон просит. Креветка, ну на следующем коле закроем просто.
вообще на готовность. Никто умирать будет, давайте сразу забафайтесь, блядь. Саш, поставь рыбу, пусть рыбу пожру. Все, хавайте рыбу. И поехали. Зулдан, тут нет. Ауру коня отключите. То есть, пацан... Я здесь, я просто сейчас пошел починиться, и да, у меня вот только что персонаж прогрузился. Все. Хавай рыбу. Еще раз предстабав, еще раз инту. Угу. По ханту каску. Паладины по себе каску. И по вару каску. Ставлю вам на хантов метку. Вару у вас на квадратике. Крест, квадрат, каску. По кресту можно еще крест. По крестику крест и каску. Отлично, наконец. Перчей поехали. Собрались быстро, а в итоге здесь пиздец какой-то. Все, все готовы. Даю таймер по таймеру пол. Ну, заебись. Он и тут забаганный. Ему похуй вообще. Слышишь, Влад, а если пересылать просто рейд и все? Типа КД нету, трэш заново побить. Ну пошли пересоберем. Варлайк, так ты босса не убьешь. Потому что... Потому что он ваншотнет всех. Да, когда ты доведешь босса до 30%, если в живых будет хотя бы один дракон, то это будет ваншот сразу же. Он просто войдет в берсу и разъебет всех. Езжаем на выход, пересобираемся. Да можно даже не пересобираться, просто обновление подземелья сделать и все. Да, попробуйте обновить. Вообще главное выйдите все. Там кто-то в туалет уходил, поэтому стриму что-то остался. Да, трэш тоже обновится, но как бы хер с ним. Пан остался, и Зулдан остался. Зулдан вышел, пан только остался. А, пан бежит. Вышел, да? Сейчас выйдет. Все вышло вроде бы. Давай, Кадыр. Че, он уходит? Да его рейдит. Ну да, он это работу крыл собирается. Блэк, ты где? Хочу, заходите все. Да, заходите, я смотрю, тут трэш стоит, все нормально. Тенеброн не баганый, вроде так издалека. Ну, не разобрать особо. Ну, он так же тогда стоял, так что не факт. Да я пошутил. Можно еще, конечно, в 5 минуток постоять, но я бы, конечно, уже пулял трэш.
Ну, поехали. Коля стоит. Сиськи. А можно урон по кружочку узнать? Спасибо. Ну, вот такого не должно происходить. Про товар не должен срывать агро с БДК. Шумский, у тебя рейд на воскресенье 25-ка переместил? Да, да, да. У меня многих ребят, типа, понял, у них дистанционное обучение закончено. И многие, типа, летят в Москву учиться. И поэтому у меня там выпадает человека 4 или 5. И то, типа, у меня там Никита, у него поезд в воскресенье в час ночи. Вот, поэтому он говорит, типа, ну я побуду, типа, по максимуму. Вот там дальше. Mm-hmm. Но я тоже не могу сказать чуваку, типа, блядь, нет там меня билета или еще что-то. Да, понятно дело. Типа, блядь, это всего лишь тупорыла игра и все. Ну, место под приста оставишь. Тебе под какого, под ШП? Да, да. Ну, я капусткой помню. А, окей. Ну, я тебе ближе к воскресенью напишу просто еще. Непонятно тоже там, я на работе буду. Что после работы и до скольки я там буду, тоже я пока не знаю. Окей, договорились. Ну что, будем убивать тенебром? Что говоришь? Тенебром, будем убивать. Ну зачем нам тенебром? На шадрон? Ну не. Да не, мы никого не будем убивать, просто будем. Да. Давай. Просто главное не запулить губу получше. Бриспер и Килнес на боссах, на миниках, напуливайте друг на друга. Первые напулы сдаете в танка, который танчит, а потом друг на друга напуливаете. Ну что ж вы делаете, блядь, сепаратюги? Я его таунч пытаюсь отвести, блядь, вызову херач.
там щит зеленый за 6 голды лежит. Ну, это беда, это, блядь. Это 4-8 абсолютной пули. Ханты, бодрые Зулдан, с вас обоих, вы знаете, где портал появляется? Так, а Хилам кому прыгать в портал? У Хилам прыгает в портал Гондер и Доктор Зулдан. Баллада и Варлайк тут остаются. Ханты, еще раз повторяю вопрос. Вы знаете, где появляется портал? Не особо. Ну вот, практически в квадрате. Действительно, вот здесь, где я сейчас стою. Здесь появляется портал. Под него, как только появится портал, должны кидаться ловушки. Когда появляется мини-трэш, как раз на Тидимроне только... Когда появляется мини-трэш, вы сдаете сразу на пол любого из танков. Либо автогариуса, либо в мини. Так, никто не падал. Ледяные ловушки. Да. Ну, чтобы они медленно двигались. Которые замедляют скорость передвижения. Вот. Все, все готовы. Даю таймер. Там, если в пятницу не будет у тебя ДД хватать, Влад, я могу локом пойти. У меня в пятницу не будет. Будет пойдет. Не понял. Ну, я могу зайти, но не на фу. Как тогда с собой? Ну, часов... Не, не до 9, как с собой, а где-то часов до 11 могу зайти. Могу варом зайти потом, не знаю. Господа маги, вам въебать ГП? Элим, маги. Я что говорил, блядь? Никакого, блядь, урона на. Напуливайте тенеброном меня. Я стаунти уложу его сразу краем. Зачем его задотывать? Вот зачем вы это делаете, блядь? Битман, отвлекись, сдай бэр по Зулдану. Играем все по тенеброну. Лава идет, двигаемся, аккуратно смотрим. Перед мордой никто не стоит. Битман, БР по Зулдану. Спасибо, фулбаф по ханту. В расщелинах не стоим. Шадрона ловишь. Весь трэш напулите на Тагариус. Напул на Тагариус. Добили Тенеброн. Все отлично. Я пошел весь кэш собирать по возможности. Диджи, что с Агром? Чему у меня, блядь, на хули пау скрывается? Вот? Поднял хпау. Он улетел в лужу, наверное. Фул баф поворвай. Я у тебя забрал. Лови без первого. А, ладно, я ставлю. Аус, сдай БР по Сабзеру. А, Аус сдох. Гондлер БР Ауса. Аус БР Войда. А, нет, Аус БР Сабзеру. Бам. БР по Юе. Баллада гимна ману. Играем портал вы будете заходить, господа? Портал. Гори, злосчастный сброд.
Битман, выйдешь сразу же. Бля, все. Да все, ложитесь нахуй, там это. Гариус, блядь, лег. В чем проблема была? Почему не прохилили? Гариус. Я бы ради ачивы не сидел таким рейдом. Хуй знает, маунт, не маунт. Тут как бы у меня шмот беспонтовый в ДД. И Зул'дан ниже здесь секси диджея. Ну короче, тут видно, что люди не настроены делать. Давай закроем плюс 2, не будем мозги ебать. Не хватает немножко. Варвайк, объясни, пожалуйста, а что было с прохилом по Тагариус? Я хилила? Не, ты не хилила. Три секунды? Ну, наверное, три секунды, ноль прохила. Три секунды. За это время он успел... Это после того, как меня подняли, просто я стала бафаться. Че, думаешь, если он забагался? А, ну все, значит, забагался. Не, мы, короче, подожди, стой. Скром. Можно попробовать его ударить. О, блядь. Выйдите, выйдите все к воротам, выйдите все к воротам. Отходите к воротам. Держу на себе его пока что. Что-то такой хуйни с драконами давно не видел. Слышь? Я выхожу. Че, шадрона заливаем тогда право? Ну, кстати, все, вес полетел назад, да. Просто после того, как тебя резнули, времени прошло достаточно. Нет, это когда портала. Вы улетали в портал? Вот, там из портала пока вышли. И, грубо говоря, вышли под волну. Все начали убегать, поэтому не было прохила в этот момент. Там либо под волну попадать, либо стоять за хилем. Пикните. Бачи надо засмолить. Ну просто на порталах я, по-моему, уже не один раз говорил, что когда порталы, ну у паладина есть там бабл. Как бы прожми бабл, стой хил. А лава под баблом тебя не отцепляет. То есть просто стой, твоя задача это выхилить. Просто на данный момент, ну, это пиздец какой. То есть 3 секунды вообще не было никакого прохила по Тагариус. Я просто не посмотрел по отчету до этого сколько и что, как прохилило. Сейчас посмотрю даже. Так, Сартарион смерти. Идите пока, убивайте любого дракона. Последний прохил по нему был 4 секунды до смерти. И это был тотем доктора Зло. Просто дальше у меня не проматывается. То есть 4 секунды вы просто положили болт на одного из танков.
Это ненормально, господа. Совсем ненормально. Пожалуй, еще раз напомню вам тактику. Раз все так сложно, я быстро расскажу. Прилетаете Неброну, держу его я. Играем все по Тенеброну. Портал появляется в центре, вот где портал Локовский стоит. Туда летят замедляющие ловушки. И как только появляется трэш, идет моментальный напул от хантов. Напул на второго танка. Напуливаете на Тагариус. Я в это время держу босса. Роги сдают первые на пул у меня, после чего на пул друг на друга для АПА ДПС. Тенеброна убиваем, прилетает Весперон. Сразу вливаемся в Весперона, в него вливаемся мы под Геры. Играем по Весперону. Все ДД, РДД, блядь. ДД, ладно, вы у босса стоите. РДД, вы все стоите вот здесь вот уже, возле квадратика. Готовы по первому зову. Как только появится портал, сразу туда зайти. Вместе с ним, вместе с дамагерами, заходят туда два хила. Это Гондлер и Доктор Зло. Варлайк в это время, как только прожимается, появляется портал. Как только туда все уходят, ты прожимаешь бабл. Стоишь под баблом и хилишь трех танков. Частицу держишь на диджея, и нас просто по очереди светом небес. Если в этот момент будет два мини-босса, но в этот момент будет один босс. Поэтому тебе надо будет прохиливать, просто постоянно спамить свет небес одного танка. Баллада, тоже уйдешь в портал. Поможешь там, просчитаешь весь рейд, поможешь там. Разрешаю, как только ты туда зайдешь, в тот портал, сразу сдавай гимн на ХП. Потому что на Веспероне там очень дикая аура идет. Очень жуткая АОЕ по рейду. Поэтому можешь заходить туда, сразу сдавать гимн на ХП. Как только она дочитывает бачи, ты сразу читаешь свой гимн. Верчина готовность. Да, в портале. Абсолютно верно. Можете даже одновременно сдать, там ребята успеют. Паладин, пока я рассказывал, вы должны были фулбафы сдать. По себе можете каску дать, чисто, вот ради приличия хотя бы. Теоретически нам под Герой может хватить демеджа, чтобы убить ее с перона. Должно. Пристабаф дать? У нас холипал без пристабаф. Да похуй на ту рыбу. Верчина готовность поехать. Слишком долго тут сидим. Вы час уже тут сидите. Тагариус, я после рейда с тобой поговорю. Расскажу кое-что. Таймер дал. Старайся под, когда он кастует дыхание, МПшку отдавать. Я на каждый раз не получится, но через раз получится. Дайте довести босса. Дайте, я его доведу. Всё. Ну.
Что за привычка, блядь? Прошу, дайте довести, блядь. Милик, аккуратно. Ладно, сдвигаемся. Гарриус, ты прямо возле портала стой. До прибытия Веспа еще минута, мы успеем добить. Готовься, трэш сейчас появится. Все, весь на пол, ты Гарриус, пошел, ты. Лава. Он успел еще одну кладку сделать. Держи трэш, я Веспа заберу, если что. Все по трэшу пока играем. До прибытия Веспа еще 15 секунд. За это время вы успеете добить весь трэш. Избавиться от него полностью. Сейчас новый уже выходит. Весь на пол сдали. Собрал Веспрона. Роги, сдайте на пол у меня. А у вас КД вижу. Гера. Играем по Весперону уже все. Говорил уже на Веспероне, Гера. Не спим. Вау. Двинулись, посмотрели, где она идет. А, Баллада, сдавай пока гимн на ману. Отлично. Успели, молодцы. Все. Играем по боссу. Мелких вот этих подводи прям под босс. Лава, сдвигаемся, смотрим внимательно, не попадаем под нее. Креветка как умер. А, ты походу на портал тыкнул. Вольт, дай ему бы. Ну, скорее всего. Аккуратно смотрим, где идет. Бачи гимна ману. Битмен доктора Закинина. Бам. Балладу ина. Внимательно, где стенка идет, сдвинулись сразу. Милики отошли, не летаем.
Я перетаунтился туда. Выходи из лужи. Угу. Лава, смотрим внимательно. Мелики прям под босса, под пузо зайдите. Угу. Мобика добить. Восьмое место, я думал, я вместе на 20-м году. Мобиков добить пока. Основной спек. Ну там два токена, он и обоим отдали. Так, чё? Зецу капустка, да? Ну, получается, да. А ЕП же за этот рейд отсыпят? Ну, да, отсыпят. Ну типа можете отсыпать, просто я сейчас ухожу. Ты хочешь с рейда выйти? Ну да. Скажи ник свой. Зулдан. Баныч. А, Баныч. Сделай хэнта, братан, пожалуйста. Плечи надо кому-то? Спасибо. Доктору закину там. Полтинник стоит. Топ шмотка. Кто же говорил 25? В 10 поменял. Ну это с выходом льда. Это когда у льда. А, с выходом льда. Понятно. На данный момент пока 50. Так, Black Dark. Что это такое? Сейчас я подам. Почему благодарен? Так что это за человек? У капустки разве не выше привор? Как у тебя ник? Знакомый мой. Ну в смысле ты не знаешь, что человек мой знакомый? Почему у меня подписано большая часть? Кто прокурор спрашивает, у тебя как ник? На кого? У меня ник Гонг. Но я смотрю по приору, насколько я видел, у капустки выше был на запах. А когда ты смотрел? Перед тем, как ты начислял, ты сказал, я начислил. Не, наверное, после ты смотрел. Ну ладно. Ну у меня видео записывается, я не могу ошибиться. Дай бог. Там кошелок был. Если бы я не тому отдал, все бы уже заметили. Не знаю, я просто от
открыл я пока, потому что у меня задержка. Ну, может, из-за задержки. Ну это что получается, 15 минут где-то перекуриваем и начинаем бока собираться. Ну.